Ход реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске осмотрел губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей поездки. Большая часть работ уже позади. Глава региона остался доволен увиденным. Он поручил подготовить предложение по благоустройству прилегающей территории. Также Владимиров осмотрел будущий спортивный комплекс. Пока это большой котлован за красными оградительными лентами. В будущем там будут собираться дети, чтобы учиться плавать и кататься на коньках. Комплекс возводит в рамках государственной программы развития СКФО. В хуторе Хорошевском предгорного округа построят новый водопровод. В 2020-м в рамках нацпроекта «Экология» к населенному пункту протянули водовод от насосной станции Пятигорске, сообщили в управлении по информполитике правительства региона. Полностью решить водную проблему планируют в этом году. Специалисты проложат новые разводящие сети по улицам хутора. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В селе Чернолесском Новоселецкого округа завершилось строительство ясельного корпуса на 60 мест. В двухэтажном здании обустроили помещение для трех групповых ячеек, залы для музыкальных и физкультурных занятий, процедурные и медицинские кабинеты. Территорию вокруг садика благоустроили, установили игровые и спортплощадки, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополя. Возвели объект в рамках национального проекта «Демография» и региональной госпрограммы развития образования. В селе Солдата Александровском Советского округа в этом году откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его площадь составит 3000 квадратных метров. В управлении по информполитике правительства региона сообщили, в здании все работы завершены. Сейчас благоустраивают территорию, а также прокладывают к спортобъекту инженерные сети. В комплексе все желающие смогут заниматься бадминтоном, баскетболом и боксом. Возводит объект по госпрограмме развития физической культуры и спорта. Новые рояли, саксофоны, скрипки и другие инструменты скоро поступят в Ставропольские школы искусств, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Также учреждение получит компьютеры, современную мебель и литературу. Такое обновление стало возможным благодаря участию в региональном проекте «Культурная среда» нацпроекта «Культура».